Здравствуйте, ребятки, с вами Кодер. И сегодня мы сделаем с нашим тренером на C++, который у нас довольно-таки с недавнего времени в формате .exe. Провернем мы с ним вот такие вот манипуляции. Первое. Исправим один маленький баг. Второе. Оптимизируем функцию поиска паттернов, то есть наших сигнатур. И также научим наш тренер получать информацию о модулях в игре. Также научим наш тренер искать. Точнее, не искать, а читать указатели. Итак, собственно говоря, давайте откроем проект. И исправим маленький баг. Для начала. Вот наша, кстати, сигнатурка здесь. Ну да ладно. Вот у нас функция LocateMemory, которая пока что тестовая, и я не рекомендую ее использовать. Мы открываем handle процесса, вот handle. Но при этом мы забываем закрывать handle. А это нехорошо. Cross handle. Вот так вот правильно делать. Во-вторых, почему мы будем оптимизировать функцию поиска сигнатур? А все просто. Сейчас вам покажу все в действии. Показывать буду вам на примере игрушки Red Faction. У меня для нее есть сигнатурки, которые черт знает где далеко в памяти лежат. И именно с ними мы и будем работать. Так. Ну где там наш процесс name, да? Сразу вставим. И теперь давайте напишем простую функцию, которая будет получать, точнее выдавать нам информацию о модулях в процессе. О модулях в процессах. Тип у этой функции будет однозначно модуль entry32. Об этой структурке можете почитать на MSDN. Это, по сути, аналог нашего модуль info, который мы использовали в DLL. Но чуть-чуть по-другому. Назовем функцию getModuleInfo. Принимать она будет первый параметр, еще развёрточка, это модуль name. Второй параметр это будет bool main process. То есть, что значит main process? То есть, получить информацию о нашем процессе или нет? Допустим, мы должны будем получить информацию о нашем процессе, то это сразу самый первый модуль. То есть дальше нам список прогонять нет смысла. Да и как бы если мы будем прогонять список, мы не найдем модуль процесса. Там будут перечисляться именно DLL-ки. Поэтому мы добавляем такую переменную. Естественно, создаем handle. То есть handle snapshot. То есть снимок модулей будем делать. Синтаксис абсолютно такой же, как у процесс 32 entry. Так делаем. Только не snap процесс будет у нас, а snap модуль. Snap модуль. И второй аргумент у нас это процесс ID. Вот так. С одной P. Идем дальше. Теперь мы должны назначить структуру, которую будем возвращать. Это будет модуль entry32. Модуль, так и назовем. Теперь, друзья, я вам кое-что покажу. Для начала. Давай, Google, родной. Модуль entry32. Показываю вам, что мы сейчас будем делать. Внимательно читаем. Размер структуры в байтах. После вызова модуль 32 first устанавливаем этот номер на size of модуля entry. Если вы не выполнили инициализацию dvsize, то модуль 32 first fails. То есть вот такой вот облом, она фейлится у нас конкретно. Before это до использования надо нам объявить. Поэтому мы делаем вот так вот. Копируем size of.
пишем вот так. Module.wdwsize равно sizeof modules 2 enter. Отлично. Теперь делаем вот так. If module32first. Что дальше? Handle нашего snapshot. Snapshot. Структура модулей. Модуль. Указатель на структуру модуля, точнее. Вот так, хорошо. Да, забыл. Снова. Итак. Итак. Делаем сравнение. If main process. То есть, если нам надо получить информацию о нашем процессе, а не о модуле. Хотя он есть, по сути, модуль. Но тут надо делать так. О боже мой, error, пустили буковку. Итак, если main process, то все, мы закрываем handle и возвращаем структуру процесса. То есть мы как бы уже, эта функция уже загнала информацию в нашем процессе. Она будет лежать уже в модуль. Да что ж я засыпаю на ходу и пропускаю буковки. Snapshot. Вот так вот. Закрыли handle и делаем return. Просто модуль. Но что делать, если мы хотим получить дальше? То есть информацию не о процессе, а о других модулях. Для этого мы пишем while module32next. То есть следующий модуль пока есть, да? Handle. И снова указатель на структуру. Вот так вот. Если stricmp, то есть сравнение строк, независимо от регистра. Если модуль the name, или как там надо, the модуль, по-моему, если strcmp модуль the модуль и что там у нас дальше, модуль name, да, и модуль name равно нулю, то мы, что мы делаем, ребят? Что мы делаем, блин? Что у меня с мозгами случилось? То вот, что мы делаем. Мы делаем такую штучку. Закрываем handle. И возвращаем модуль. Брик нам не понадобится, так как все это выход из цикла. Ну и чтоб функция возвращала результат при любом исходе, мы вот здесь пропишем return модуль. Вот так вот, все отлично, все супер, да? Теперь, когда мы можем получить информацию о модуле, мы можем полноценно искать сигнатуры, как и в нашей DLL. Для начала я вам покажу недостатки неоптимизированного поиска сигнатур, которые мы сделали в прошлом уроке. Игрушка есть Red Faction. Так. Да, в списке нет, ладно. Вручную зайдем. Есть Red Faction. У меня для нее есть тренер DLL. Если на DLL ищет сигнатуры мгновенно. Но сейчас я вам покажу, какой недостаток у нашего приложения. Точнее, у нашего тренера. Old Projects. Red Faction Trainer. Нам понадобятся только сами сигнатуры. Тут я уже и one hit kill, все есть, все супер, да. Ну да ладно, допустим, мы ищем сигнатуру год молда, да? То есть. Что нам понадобится? Вот это вот скопипастим, тупо. Элементарно. Ну и больше нам не понадобится эта штука. Что дальше? Заменяем на это.
только делаем еще вот так вот. Модуль entry32 равно me get модуль info. Тут мы указываем что угодно. Нам нет разницы, какое имя модуля. Первый модуль всегда это имя процесса. И мы, видите ли, как вам объяснить, не сравниваем его. То есть тупо указываем пустоту. Ну и true, потому что нам нужно получить инфу о процессе. Все. Ну и тут еще модуль. Это базовый адрес. То есть это модуль baseAdder. И размер модуля. Модуль baseSize, да? Что у нас с отступами? Игра не запущена. Окей. Запускаем лаунчер. Оп. Game is running. Включается наш Red Faction, да. Теперь смотрите. Мы тыкаем на кнопку Click Me. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 секунд на поиск сигнатуры вашего, друзья. И я вам хочу сказать, то, что за это время ваш центральный процессор совершил более 180 миллиардов тактов. То есть какая-то жалкая операция по поиску сигнатуры заняла 180, точнее более 180 миллиардов тактов. Как я это узнал? А все просто. Мы с администратором сайта GameHack Lab, Ксипху, измеряли количество тактов. И что же мы предпримем, чтобы нам не ждать по 14 секунд? Я, кстати, дурак. Я хочу спать, я закрыл игру. Хотя она нам нужна. Так, 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 все. Рабочий стол. Отлично. Как мы будем исправлять это дело? Во-первых, ребята, нафига нам здесь нужен статик, да? Мы делали статик, чтобы работал только паттерн. Но теперь нам статик не понадобится, так как я полностью переписал функцию findPattern. Мы теперь возвращаем, грубо говоря, все, как и было раньше. То есть, как у нас было раньше. Char звездочка. О боже, мы закроем Red Faction, студия лагает. Char-звездочка. Буфер. Равно uchar8. Почему uchar8? Потому что максимальная ячейка в памяти, как известно, это 8 байт. Вот и все. Теперь переходим, собственно говоря, на наш find pattern. Как вы видите, мы постоянно считываем каждую ячейку памяти. То есть по одному байту считываем каждую ячейку памяти. А длина у нас модуля, по-моему, больше, чем 120 тысяч. Даже больше, гораздо больше. То есть, думаю, вы понимаете, откуда эти 180 миллиардов тактов берутся. Чтобы это пофиксить, мы делаем так. Для начала объясню вам саму концепцию. Как мы сделаем, чтобы не считывать память постоянно? Мы считаем ее в наш буфер всю. То есть весь модуль мы считаем в наш буфер. Давайте это сделаем. Создадим для начала прежде всего буфер. Кстати говоря, тут, по-моему, ошибочка, да? Сейчас посмотрим. А что смотреть? Давайте. Да, не указано. Туда это слово lens. Идем в гугле. Вот так вот правильно писать его. И тот, кстати, так и не сказал, кроме Кенга, то, что это слово с ошибкой написано. Вот. Теперь давайте создадим буфер под память. То есть мы будем копировать байты со всего модуля в наш буфер. Такой буфер и делаем. Bytes, звездочка, bytes равно new bytes length. То есть мы создаем new byte, поправочка, создаем буфер по размеру нашего модуля.
Зачем нам больше, если он мы больше не запишем в него, а меньше не получится вылететь исключение, то что нету памяти. То есть, скорее всего, будет ошибка стека, он переполнен, окажется у нас. Или исключение, то что нет доступа. Ну да ладно, это не важно вообще. Делаем тут handle, так как мы не будем читать при помощи стандартной функции в readMemory, потому что у нас вот ячейка памяти 8. Да? А мы будем читать не по ячейкам, а вообще всю память. То есть всю память модуля будем читать. Поэтому мы handle копируем к себе. После того, как прочтем обязательно close handle. Еще раз напомню. Главное, правое C++ создал, будь добр, удали. И я вам продемонстрирую этот пример создал, будь добр, удали на деле. Только чуть позже. Теперь мы read process memory делаем, то есть читаем память из модуля. Что тут у нас? Hash process. Это process handle, да? Базовый адрес. Это у нас приводим к типу lpc void start address. Буфер куда считываем. Буфер у нас будет bytes. Заметьте, мы не указываем вот так вот, мы не разыменовываем байт. Потому что байт это есть массив, туда и запишется по сути. Указываем length. И null. Да, я опять ошибся, да что ж такое, ребята. Вообще я не спал сутки уже, поэтому немного туплю, извиняйте. Закрыли наш handle. Теперь бежит наш цикл от нуля до максимальной длины. И мы сравниваем наше дело. Тут, кстати говоря, чтобы красивее было, вот так вот сделаем. А то непонятно, что да как, да. Read memory мы убираем нафиг. Зачем нам читать память? Логично, логично. И делаем мы вот как. Bytes плюс i. То есть, по сути, мы берем bytes. Bytes 0 это начало нашего модуля. Правильно? Правильно. Что мы делаем? Побежал у нас цикл до максимальной длины модуля, да? Вот пробежал он разок, то есть bytes плюс 0. Запустился второй раз. Только тут уже bytes плюс 1. Что получается? Это же самое то, что мы прочитали память из адреса, базовый адрес модуля плюс единичка. То есть вот так вот эта штука работает. Собственно говоря. Давайте теперь запустим и посмотрим, как быстро у нас это произойдет. Все скомпилировалось, все хорошо. Запускаем игрушку. Game is running. Click me. Оп! Адрес нашелся моментально. Но, ребята, помните, я вам говорил про правило «Будь добр, создал», точнее, «Создал, будь добр, удали». Это действует и наяву. Вот, диспетчер задач. Переходим к формочке. Видите, занимает она 51 мегабайт. Тыкаем еще раз. Оп, 100 мегабайт. То есть мы не удаляем. А это не есть хорошо. Закрываем снова процесс игры. Наша форма спятила, потому что он думает, что процесс изранен, да? Это все потому что... Что у нас потому что? А, нет, не знаю, что потому что. Это потому что я... Наверняка делал какие-то косяки. Ну ладно, речь сейчас не об этом. Это разберем позже, почему мы закрыли игру. Он думает, что у нас все еще запущено. Допустим, сейчас он думает, что запущено. Нет, не думает. Ну ладно. Это разберем позже. Итак, что мы делаем? Перед тем, как вернуть значение, мы просто пишем delete буфер байт поправочки. То есть удаляем наш лишний байт. Вот эти вот 50 мегабайт, которые мы выделили,
Мы с ними отработали, все, они нам больше не нужны, мы должны удалить. То есть и тут то же самое. Все отлично, да? Давайте проверим на деле. Сколько это отлично. Закроем. Закроем. Стартовали. Делаем бинер. Таскаем GR. Идем к процессу. 2 мегабайт. Оп. Оп. И все. Память не увеличивается. Вот так вот это делается. Все просто. Вот это, кстати, ребят, вот это вот, что вы видите, это чистая тупость, честно скажу. Это надо отлаживать код. Но сейчас я посмотрю, в чем же дело. В чем же дело? Если проще делать, если он равен нулю, то вот так вот. Если он равен нулю, ME, что там у нас? Get процесс bname, да? Равно нулю. То тогда is game равно false. Если нет, то is game равно true, то есть истина. Во-вторых, таймер есть, таймер устанавливается, да? Да, круто. Там что там у нас? Нет, процесс bname. По ID мы, получается, перезаписываем, да? Давайте включим. Думаю, то, что игра не запущена. D, games. Red faction наш. Запущен. И закроем. О, сам вышел, окей. Эй! Эй, дружок! Он спятил, ребята, он спятил. Попробуй скомпилировать релиз, может что-то изменится. Игра запущена. Нет. Ладно, забили на это дело. Пофиксим это дело позже. Хотя, ребятки, лучше нам делать вот так вот, мне кажется. Каждый раз, когда мы вызываем process ID, get process bname, точнее, мы обнуляем process ID. Ну, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Вот, отлично, отлично. Ой, фрэпс не закрыл, что я делаю? Все, супер. Этого бага нет. Конфета, да? Конфета, конечно. Окей. Что мы теперь делаем? Теперь, как я и обещал, давайте научим нашу штуку, то есть наш тренер, читать указатель. Это, ребятки, проще, чем вы думаете. Это вообще просто. Самое простое, что вы могли представить себе в жизни. Это то же самое, как читать память. То есть пишем double word, read pointer. Что нам понадобится, сразу пишем. The word base, то есть база указателя. Double word, звездочка, offset, то есть массив со смещениями. И double word, levels, то есть количество этих смещений. Все. Сразу пишем тело функции. Оно тоже очень простое. Заводим переменную. Double word, pointer, да? То есть наш указатель, который равен нулю. Сразу напишем return, да? Return pointer. Оп, так хорошенько, да? Все супер. Теперь запускаем цикл. То есть for double word и равно нулю. Пока и меньше levels. И плюс-плюс. Все увеличиваем. И пока не достигли максимального количества уровней. Супер вообще, да, ребятки? Что мы делаем, по сути? Теперь мы попросту будем читать нашу память. То есть пишем pointer равно read memory double word, указываем тут наш, кстати говоря, pointer не 0, а base будет равен у нас, допустим, да, double word,
То есть, если в случае, если функция не сможет прочитать указатель, она ведет просто базу этого указателя, который мы пытались считать. Отлично. Что мы делаем? Пишем сюда base, точнее pointer, оп, плюс offsets и... Отлично, супер, да? Теперь давайте напишем пример использования. Паттерн уже мы использовали, нам он даром не сдался. Закомментируем это дело. Вот так. Теперь пишем double word. То же самое. Имя будет у нас double word. Я говорю double word. Равно ME. Read pointer, да? Да что ж такое read pointer? Пока что ставим так, да? Включим нашу злополучную игрушку. DirectX 11. Так, да, пропускаем все. Так как эта хрень, которая жрет 60 FPS, она увеличивает очень сильно видео в размере. И я очень долго жду, пока оно сожмется. Должен признаться, это не очень хорошо. Тем более в данный момент. Тем более в данный момент, потому что я хочу дико спать. Вот видите, 60 FPS. Ну что это такое вообще? Никакого уважения ко мне. Я уже искал указатель тут. Не знаю, валидны они или нет будут. Указатель на патроны импульсной винтовки. Открываем Cheat Engine. Оп. Подключаемся к процессу игры. Memory View. Tools. Pointer Scan. Закрываем. Open. И 1PTR. Указывают, конечно, не на хрень, да, все они, тупо дерьмо, согласен. Пробуем так, по 31 отсеять. 31. Отлично. Двухуровневый указатель будем читать, ребятки. Вот база указателя, сейчас я вставлю ее. Вот этот адрес, это база указателя. Окей, пошли писать. Пишем Nolix. Что там у нас? 160... Что это такое? 163, да? 163, 77, B0. Отлично. Делаем теперь наши offset. Double word. Offsets. Двоечка, так как два. И пишем, какие у нас offset. 10, 2, Е, 0. 10, Е, 0, Х, 2, Е, 0. Передаем offsets. И количество смещения наших 2. Запускаем. И смотрим. Оп, пожалуйста. Указывает игра на наш адрес. Блин, опять этот баг маячит перед глазами. В следующем видеоуроке я его пофиксю. Мне он надоел. Собственно говоря, ребятки, на этом все. Этот урок дополнение к прошлому уроку, так как мы написали неоптимизированную find pattern, и она, как вы помните, жрала больше 180 миллиардов тактов процессора. Автоассемблер скоро мы доделаем в SIPFO в течение 2 дней, и все будет готово. Все, ребятки, давайте, всем удачи, всем пока.